Инженеры компании Mercedes-Benz вывели на тематические испытания в заполярной Лапландии новое поколение модели Mercedes-Benz C-класса 2021 модельного года. Чтобы скрыть внешний дизайн нового C-класса, немцы весь кузов машины не только обклеили специальной камуфляжной пленкой, но и облепили кузов фальшивыми формами как по фронтальной, так и в кормовой части кузова. Однако, если судить по силуэту машины, то, скорее всего, дизайн машины получит эволюционное развитие от существующей модели, но с технической точки зрения будет абсолютно новой моделью Mercedes. В частности, машина построена на новой заднеприводной платформе MAA2, а значит, геометрические пропорции кузова явно изменятся в сторону увеличения. В электронной оснастке салона, скорее всего, будут использованы многие системы от нынешнего S-класса. А вот в части силовых агрегатов возможны очень серьезные изменения. Дело в том, что массовая модель Mercedes C-класс во все времена прекрасно продавалась на американском рынке машин. Однако последние 3 года ее стала теснить электрическая Tesla. К примеру, в 3-м квартале прошлого года Tesla умудрилась продать в Штатах больше машин, чем Mercedes. Эта тенденция всерьез обеспокоила руководство компании Mercedes-Benz, и сегодня производственная программа Mercedes получила новую ориентацию на расширение электрических версий всех моделей, и, скорее всего, новый C-класс будет иметь несколько электрических версий и примерно 3-4 версии с бензиновыми и дизельными моторами. Мировая премьера нового поколения модели Mercedes-Benz C-класса ожидается осенью 2020 года на парижском автосалоне.